Ну что, двигаемся дальше. Что дают передачи про экстрасенсов? Они дают возможность человеку посмотреть на мир под другим углом восприятия. То, что он видит постоянно вокруг себя, создает его, потому что мы есть то, дорогие друзья, о чем мы думаем. Ведь мысль – это начало поступков, поступки формируют привычки, привычки формируют характер, и характер формирует судьбу, то есть жизнь человека. И вот человек привык на своей работе там, что-то видеть, да, думать об этом, говорить на какие-то темы, которые связаны с теми мыслями, которые у него появляются на этой работе, где бы он ни находился. Создаются привычки на этой основе, и создается характер, и строится судьба. А вот когда человек начинает смотреть вот эти передачи, то он начинает понимать, что мир на самом деле другой.